Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саваддитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджана Самаюктам Биндаванам Манохар Ванча калпатару ваша кипа синду бхавач патитананг павуне бхавашна бхибхьо намо нама мукан кароти вачаланг пангунланг хайтигирим ят кипа тамханг ванде парамананда мадвам бриндавай тулсидевай пиявай кесава сача Сна бхакти паде деви сатто ваттои намо нама мукан кароти вачаланг пангунланг хайтигирим ят кипа тамханг ванде парамананда мадвам бриндавай тулсидевай пиявай кесава сача Сна бхакти паде деви сатто ваттои намо нама Нараяна намаскритто норанчайва нароттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мадире Шанкиртане Кришна катопадеш Гаурия бхатрашо пракасанеча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагодбараня Дхайям сада парибхавагнам авиштадохам Тетхас падам сива виринчанутам сараньям Бхиттатихам панатапал бхавадипотам Банде махапурушуте чарнарвиндам Ятпада паллавана качаннамани чатай Виспуриджита гимапикаподушу адарши Пурнану рагара сасагара сарамурти сарадика мои кадакива кроши. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Си Аддайта Гададхара Сива Садихи Гаура Бхакта Винда. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Си Аддайта Гададхара Сива Садихи Гаура Бхакта Винда. Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртаной кавитару камала ятакшо Вишамбару диджабару джагадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе Харе Рам, Харе Рам Раму Раму Харе Харе Нама Нама Миганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга таранга рамания джата калапа Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Барана сибурапати бхаджави шанатам Ваги шаджаша бадане Лакшмир джаша бхакшаши Ясьясте хиде самбихи Таншинга махам бхаджи Харе Кришна, 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 Харе
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Abhisriti Krishna Padara Vindayur Kinoti Abhadrani Chasantanoti Chatasya Shukdhim Paramatma Bhaktim Gyanancha Viraga Gyanancha Viraga Viraga Yuktam. Abhisriti Krishna Padara Vindayur Kinoti Abhadrani Chasantanoti Chatasya Shukdhim Paramatma Bhaktim Gyanancha Vigyana Viraga Yuktam. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, Hidaya Bolila Kiva Daita Dathir Seva Gopi Bhav Kathar Kirtan. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, in his verse, Vaishnav K, in this writing, Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, написал в этом стихе Вайшнаваке, и там можно найти, что Шрила Прабхупад пишет такие слова. Прабхупад with very emotional mood speaking. Who is speaking inside my heart? From inside somebody giving me instruction, giving me advice. It is your only duty to sing the glories of Gopi Bhav Kathar Kirtan. Мое сердце, внутри моего сердца кто-то сказал, что это моя единственная обязанность воспевать славу Гопи. Это очень высоких чувств между Радха Говинда и Гопи. И вот Шрила Прабхупад говорит, внутри моего сердца кто-то сказал, что это моя единственная обязанность воспевать славу Радха Говинды, славу Божественной Читы. Это моя единственная обязанность. И вот суть в том, Абисрити Кришна Падара Виндир Кхиноти Абхадрани Чашам Таноти. There is condition. Есть одно условие. That if there is что если continuous remembrance in есть your mind, непрерывное памятование внутри нашего сердца, если мы можем помнить лотосные стопы Шри Кришны, Его лилу, все остальное непрерывно, то тогда все анартхи, они уйдут прочь из нашего сердца. Это наверняка. Вы можете обрести абсолютное благо. You can understand what is absolute mangal. Вы можете понять, что такое абсолютное благо. When you can get continuous remembrance of Bhagavan, можете непрерывно помнить Бхагавана, Вайшнава и всех остальных спутников Господа и Его самого. Это называется смирите, значит, памятование Ависмирити, соответственно, забвение. Когда мы не помним Бхагавана, это называется забвение. Ависмирити, когда мы забываем Господа. Это практически невозможно. Как Прити и Срити. И Асмрити. Two interrelated. А точнее Прити и Смрити. Прити – это огромная любовь, чувство к Господу. Смрити – это памятование. Это эти явления, они существуют параллельно, одновременно всегда. Если есть Прити, то тогда смотрите, соответственно, памятование. А если нет прити, нет любви, то нет вопроса смотрите. Если нет прити, то, соответственно, смотрите.
в этом материальном мире можно вспомнить. Никто не дает советы матери. Никто не говорит ей, как ее нужно заботиться о ребенке, она автоматически заботится о своем ребенке, делает все, поскольку она постоянно помнит о нем, она может помнить, она может понять, что ей нужно делать. Responsibility one thing like in office, kachari there. Вот можно привести пример с обычной работы. Кто-то где-то работает, у него есть обязанности, ответственности, нужно делать что-то в своей работе. Это одно. Человек обязанности исполняет свои. Если кто-то имеет любовь, как мать любит своего ребенка, это автоматически она заботится о нем, и она автоматически помнит его, и также в Ригведе мы знаем. Тадвишум парамам падам сада пашанти сурую дивиго чакшуратам. Тадвишум парамам падам сада пашанти сурую дивиго чакшуратам. То сурую. И те суры. Сурую значит возвышенные души. Возвышенные личности, духовные личности, суры, буквально божественные существа, они всегда помнят Верховного Господа. И они никогда не забывают его, и поэтому во время нашего аника, когда мы повторяем аник, мы повторяем эту мантру из Ригведы. And watching the beauty of lotus feet of Krishna. Divibho, divibho чакшуратата. Чакшуратата, значит, чакшуратата, значит, что их глаза всегда открыты, и они помнят, созерцают лотосные стопы Шри Кришны непрерывно, в то время как йоги муни, они должны медитировать. Если они неправильно медитируют, теряют свою связь, то они теряют свою связь с Господом, но возвышенные души, особенно Гуру Варга или преданные, они непрерывно помнят, поскольку бхакти, определение бхакти, значит, бхакти значит делать все для удовлетворения Кришны, а делать, что мы сами хотим, без согласия Господа, это не бхакти. Удхав Махарадж. Удхав Махарадж с самого рождения он преданный. С самого рождения он имеет привязанность, увлечение, преданность Кришне. Как если он играет с кем-то, он играл в поклонение к Кришне. Если говорит что-то, говорит о Кришне. Если он что-то делал, все это было связано с Кришной. Он делал гирлянды для Кришны и все остальное с такого самого раннего возраста и великолепие всего этого в том, что мы знаем, что, например, Прадюмна, кто такой Прадюмна? Прадюмна – это старший сын Кришны. Может, не все знают об этом. И вот Прадюмна, он старший сын Кришны. И случайно… Есть много таких предваряющих вещей, их некогда говорить все. Прадюмна, он выглядит как Кришна. Прадюмна is just looking like Krishna. Even all the даже wives of Krishna. Все жены Кришны. 16108 жен Кришны. Sometimes they are in confusion. Krishna coming. Они иногда сами не могут понять, кто пришел, Кришна или Прадюмна, сын Кришны, насколько этот Прадюмна, он похож на Кришну. Those are wives of Krishna. I mean the mother.
То есть этот Прадюмна настолько похож на Кришну, что даже его жена и мать этого Прадюмны и мачехи, они тоже не могут отличить, где Кришна, а где Прадюмна. Прадюмна, он родился от Рукмини, но все же все жены Кришны, они подобны матери ему. И вот все они иногда находятся в замешательстве, где Кришна, где Прадюмна. И это зовется Сарупи. Обретение облика, как у Кришны. Но чудо в том, что Удав Махараджа не было Сварупи. Он Он был светлого цвета, не черного, не темного, как Кришна, светлого. Но в течение, в процессе своего баджана, он как бы вечный спутник Господа, но все же совершает баджан. Он медитировал на Кришну таким образом. Можно найти пример в Бхагаватам. Есть два вида насекомых. Кито пешаскрит. Two kind of insects there. Caterpillar and another I forget. Is going to catch that, you know, insect and put inside cave and seal the cave. Есть, в общем, насекомое, которое берут другое насекомое, помещают его в какую-то такую пещерку, муруют его там, замуровывают, и бабочки, по-моему. На английском я не понял, как называется, но, в общем, один берет другого, замуровывает в какую-то пещеру такую, которую сам сделал, и внутри этого кокона, это насекомое думает, что оно замуровано, и думает о своем этом враге, который замуровал. И так постепенно можно увидеть, что это насекомое, оно меняется. Автоматически это происходит. Это в материальном мире такое происходит. И также я могу сказать о... хамелеонах. Хамелеон, когда он пытается спрятаться, эти хамелеоны, они маскируются под окружающее пространство. И вот когда они так медитируют, они... То есть они думают о том, находятся на зеленом листе, например, становятся зелеными, на коричневом стволе каком-то, то коричневые становятся. То есть они думают о том, где находятся, и, соответственно, принимают облик, цвет того, где они находятся. И о Удаве есть особенность у него, и Удав в процессе своего баджана. В этом теле он, думая постоянно о Кришне, он сам стал подобным Кришне. Если кто-то увидит Удава, они будут в замешательстве, кто это, Кришна или Удав. Удав, он, смотрите на славу Удава Махараджа. Удав, он полностью изменил даже в процессе медитации на Кришну объел Сарупи, он стал таким же, выглядит так же, как Кришна. Обычно люди после того, как достигнут освобождения, после того, как они оставят это тело, то потом могут достичь этой Сарупи. А Удав, ему не нужно было оставлять тело, он уже в своей жизни достиг того, что стал очень похож на Кришну. И Кришна Бхагаван, он долго думал с тяжелым сердцем о том, что я могу сделать, чтобы решить эту проблему.
И Удов Махарадж с тяжелым сердцем, Бхагаван Шри Кришна думал с тяжелым сердцем, что я могу сделать. Первое, я пообещал этим Враджаваси, что я вернусь вскоре. Я не мог выполнить свои обещания. И без меня, в разлуке со мной, они практически мертвы. Но я должен найти какое-то решение. И Кришна выбрал Удаву как своего посланника. Я уже сказал, что причина, ради которой он выбрал его, поскольку Удав, он всегда находится с Кришной. Он привык постоянно находиться с Кришной. И Удав, он имеет такую близкую связь с Кришной. Ел вместе с ним, массировал его стопы перед сном, все сокровенные дела Кришны он знал. Удав, он знал все про Кришну, и Кришна не хранил никаких секретов от него. Удав, он все знал. И поэтому Кришна, Бхагаван говорит, даже Бхагаван Шри Кришна, он думает, что он самый достойный, кого я могу послать. Поскольку можно послать какого-то посланника с такой мыслью, что вот Кришна думал, я сам не могу туда пойти, но я могу послать кого-то, и поэтому любые проблемы, которые могут случиться, как можно вспомнить, когда Самбо, он сын Джамбавати был. Он был пойман Кауравами. Его посадили в тюрьму. Why? Почему? Поскольку этот Самбо хотел забрать дочь Дурьотхана, Лакшану, поскольку в те времена была такая система, что девушка выбирала себе мужа. Отец не мог насильно женить дочь на ком-то, она сама должна была выбрать себе кандидата. И вот в то время была такая система, что можно как найти Сита Деви, она приняла, выбрала Рамачандру среди множества этих женихов. И Сита, она выбрала Рамачандру. О Кришна Бхагаване, о Рукмини, так тоже было множество царей, но они выбрали именно Кришну. Кришна came also. There is a system on those days. So actually, there was an open assembly. Было открытое собрание. С помощью своей силы. Шамбу came very fast. Шамбу пришел первый and catch Lakshana and catch схватил эту дочь Дурьотхана, Лакшана. And abduct. Не похитила, но взял себе в жены. В то время такая система была среди кшатриев. Особенно кшатри, они похищали жен себе тем временем. Но у тех людей была аллергия к Кришне. Они недолюбливали его и постоянно поносили, ругали. Увидели, что Лакшана похищена Шамбой, они начали ругаться и решили. Все эти кауравы начали возмущаться, что незаконно это все.
They are going to confine all from all around. With illegally, they started fighting. It is вот not the они, system общем, of на... Khatriya а. To fight illegally. But they are fighting в общем, как-то они незаконно начали. He was alone. It was the arrangement of Krishna. Как-то бороться, то есть как бы не нужно было делать, если кто-то похищается, вот, берет себе девушку в жены, а они начали бороться с ними. И так и иначе все catch Shambhu, put into captive. И вот они это Шамбу поймали и going to Dharuka, куда-то поместили. В общем, поймали, куда-то поместили. What happens? Это вот. Immediately Uddhav was sent to solve the problem. First of all, Uddhav was sent. Because they have alert, в общем, до Кришны это дошло, и Удав был послан Кришне. Баларам они как-то because могли потерпеть, поскольку Баларам он гуру Дурьотханы, в смысле, он научил его бороться, и они Баларама уважали так или иначе, но не могли потерпеть Кришну, и поэтому Кришна не был послан. И Уграсен, когда он был убит, Уграсен, он сидел на троне, и так или иначе Уграсен был царем уже, и Камса поймал Уграсена, отца, и своего отца, и поместил в тюрьму. Хотя Уграсен был царем того места, но Камса, его сын, хотел побыстрее сесть на трон, поэтому отца так сместил с трона. Политика, она обычно грязна, я не люблю политику. Где политика происходит, я в духовном обществе, я стараюсь их всячески избегать. И вот такова система. Любое решение Кришна, он спрашивал. Кришна, он спрашивал, он не игнорировал ничего. Но Кришна и Баларам, они действовали как министры Кришны. Они давали советы, и но все равно они выражали почтение Уграсене. И еще хочу сказать то, что Кришна, он не мог сидеть на троне. Это запрещено, поскольку достаточно давно в династии Яду, если вернуться назад, то можно обнаружить то, что было проклятие, данное Шукрачарье. You know the Devjani, Devjani case and Sharmistra. Devjani, Sharmistra, Dharmistra. Follow. Это that time, та история. There was an и в то время that any, было проклятие, что you know, children, любой ребенок, in this destiny, родившийся в династии Яду, they cannot он не может восседать на Симхасане. И в этом проклятие было. Поэтому в династии Яду никто не мог занимать какой-то царский трон или вообще какую-то симхасану. И поэтому Кришна, Баларам, он всегда, они выражали почтение царям. И вот Удав, он был послан, чтобы решить эту проблему. Но они хотели как-то проигнорировать Удава. И тогда Баладев, он решил. Как-то эту ситуацию взять в свои руки, но
было сложно все, и Баладефон хотел решить эту проблему, но Дурьотхана начал ругать Кришну, на чем свет стоит. И в итоге наш Баладев, он взял этот весь Хастинапур и скинул в Гангу. Что я хочу сказать? Что все различные проблемы были там. И все проблемы, которые случались, Удав, он был послан, чтобы все это решить. И вот Удав, он мог решить любую проблему. Кришна верил в способности Удава. И имя Удава значит великий праздник, великий фестиваль. So anybody going to meet with Ujjavji Maharaj? Anybody going to meet with Ujjavji Maharaj? Anybody going to meet with Ujjavji Maharaj? Become very happy. Anybody going to meet with Ujjavji Maharaj? Feel very happy. Кто встречались с Удавой, они чувствовали себя очень счастливо. И если такие качества есть в Удаве, то Кришна думал, что только Удав может найти решение этой проблемы. Удав может со всеми найти гармонию. Он может со старшими быть в гармонии, с младшими, с средними, с матерьми, с женщинами и всеми остальными. И поэтому Кришна решил отправить именно его. И Шукадев Госвами говорит: «Да бришинам санмату мантри, Кришнасьо дайтаха сака, шишьо брихаспатехе, шакшат удхава, будди шаттама». И вот в этой шлоке можно найти множество титулов, которые применимы к Удаве. Вначале бришинам санмата, бришинам, бришивамша, это ядувамша. Бришинам санматаха. Why this word there? Почему это слово здесь применяется? Поскольку вся эта вришивамша, вся ядувамша, они одобрили все действия и все настроение Удавы. Понимаете? И это вришивамша, они... И все участники этой вамши, они одобрили любые действия, любые решения Удавы. И вот они, в общем, одобрили все, что делал Удава. Всегда одобряли все, что Удав делал. Они всегда говорили великолепно, очень хорошо. Понимаете? И другое значение в том, что то, что Бхагаван Си Кришна думает. Он сам думает, что Удав такая великолепная личность, и Кришна много раз говорил. Удав и я не едины, не отличны друг от друга. Руктастата бхабвати васадви, кинту бхабурджа пьева тащо. Гурудев и Бхагаван, они не отличны друг от друга. Мы слышали это много раз, Вишванатха Чакравати, потом делает такое заключение, поскольку Гурудев
и Кришна, они не отличны друг от друга, то в каком отношении то, что их любовь друг к другу настолько велика, они настолько дороги друг другу. Вишвана Чакравати говорит, Гурудев настолько дорог Кришне, что Кришна не хочет. И в общем, в отношениях отношений друг к другу, их такой любви. Но смотрите, все, что Кришна думает, все, что Удав думает, это все совпадает, их мысли находятся в гармонии. И в этом отношении можно сказать, что все, что делает Удав, это одобрено Кришна. С другой стороны, духовный облик Удавы, он олицетворяет собой тело Кришны. Он такой же, как Кришна. И другое, Бхагаван Шри Кришна думает, если я смогу послать Удава в Враджадаму, то тогда, несомненно, Удав, если я могу послать Удава в Враджадаму, я знаю, Удав, он может найти гармонию со всеми, и он найдет общий язык с Враджаваси. А если вы не можете найти гармонию с кем-то, то then you cannot get what is there inside their heart. То тогда не поймете их мысли, поскольку они будут говорить о чувстве своего сердца только тогда, когда найдут, что вы в гармонии с ними. В моем детстве в школе был один урок, и в чем он заключался? В том, что какой наилучший я узнал, ходя в школу. What is the topmost teachings you should? Я узнал. What is the topmost teachings you should get in your life? Какое наилучшее учение в нашей жизни можно обрести? И вот там говорилось, что других нужно любить и уважать и быть в гармонии со всеми. Mutual love is the topmost. Должна такая взаимная любовь, взаимное уважение очень важные вещи. На Бенгале вот так это звучит. Don't understand Bengali. Может, не все Бенгали понимают. Опорке апон коренева means when I mix with you, когда мы имеем какие-то отношения с кем-то. Maharaj loved me so much. Maharaj never have any difference with me. Things. Say so dear. Apon. He say you are mine. Like it is the excellent quality of Gurudev. Великолепное качество Гурудева, может, вы видели, если у вас есть глаза, духовные глаза, вы можете видеть. Практически я видел в своей жизни. Все, кто приходили к Гуру Махараджа, они вынуждены были почувствовать, они чувствовали, что Гурудев любит их больше всех. Это природа Гурудева. Любой, кто приходит к Гурудеву, он чувствует, что любовь, что Гурудев имеет к нему огромную любовь. Это естественная природа Махабхагаваты. Автоматически это происходит. Это природа чистой Гуру Вайшнава. Все, кто приходит к ним, у них нет. Их сердце оно открыто, и поэтому каждый чувствует такое чувство, что этот Вайшнав любит их больше всех. Гурудев может увидеть наше сердце. Going to show, expose his heart in such a way, you can feel Guru Maharaj loved me topmost. It is the nature. So in my childhood I learned this thing. И вот в детстве я узнал об этом, что любить других, чтобы to love others so that they can feel I am there, I am yours. То есть относиться к другим так, чтобы они думали, что вы их близкий человек, это одно из лучших вещей, которые я узнал в школе. Иначе, если такого не будет, не будет гармонии в обществе, то общество распадется. И так мы можем наблюдать иногда какие-то
какие-то борьба в обществе происходит, даже в каких-то духовных организациях такое частенько бывает. И вот Бхагаван Шри Кришна, он решил, что Удава, он может найти общий язык со всеми, поэтому очень хорошо послать его. Хорошо во Вриндаван. Can enter into the heart of them, in front of them. Those we are going to meet, Удав can have the capacity to enter into their heart. И вот Удав мог буквально войти в сердце каждого, чтобы выяснить, что они думают на самом деле. И вот Кришна думал, если я отправляю Удаву, и тогда Удава, он может, я уверен, Удав, он достигнет успеха, чтобы утешить и буквально завоевать сердце Нанды и Ишоды и всех остальных Враджа-гопи. Удав может, он единственный, кто может найти общий язык со всеми и утешить. И вот Кришна думал, я могу отправить Удаву туда. Он всего лишь на... Нанда Махарадж думал, что Удав, он тоже мой сын. Смотрите, не каждому имеет такую способность, это очень редко. Заниматься политикой — это другое. А знать такие простые человеческие отношения — это другое. Какое-то ачарья может изучать человеческие отношения и пытаться как-то вести себя в соответствии с этим. Но это можно видеть просто какая-то политика, какой-то бизнес, чтобы подлизаться кому-то. Но Удав — это совершенно другое. У него открытое сердце, но можно в наших обществах иногда наблюдать, какие-то духовные люди, так называемые, ведут себя очень мягко, но вы не знаете, что очень часто это бывает. Пример приводит с английского, наверное, что это как нож из сахара. То есть из сахара можно сделать нож. I can make overnight, I can make a sword of sugar cane. Don't understand. I can make one knife, I can make one dice, in which I can give sugar water. It's power. And that sugar knife, if I punch into your body, you can kill. Ну, этим ножом из сахара можно убить, потому что он достаточно крепкий, хотя вроде и сахара, ничего плохого. Если его попытаться попробовать, он сладкий, но тем не менее нож. Вот вчера была Кали-пуджа, и сегодня Говардхан-пуджа. В нашем детстве родственники все, они шли на рынок, покупали из сахара различные фигурки. Всяких и давали их нам, мы их ели. И вот я также могу, можно сделать нож из сахара, но можно убить кого-то им, хотя он вроде с первого взгляда не очень опасный. На хинди митачури называется, сладкий нож. English, we can say sweet knife. That is sweet. You would take text sweet, but it can kill you. Вроде сладость, но можно померить. И вот Удав, он не занимался всякой психологией и прочими вещами. У него это было все естественно. Автоматически. И Кришна думал, если я пошлю Удаву во Враджа, он, несомненно, он
утешить, сможет утешить отца и мать, и в то же самое время он увидит, сколько любви и заботы может быть в этом творении. Удов мог обнаружить. У него не было практического опыта общения с гопи, и он не знал их чувства. Он не знал, что такая огромная любовь к Кришне может вообще быть. Вроде Кришну все любят, но в какой степени? Есть градация этой чувства любви к Кришне. Но наша любовь, его любовь, у всех это разная любовь к Кришне, и это тема Брихат Бхагаватамриты, я обсуждаю, есть множество преданных во всех вселенных, но их практика преданности, их любовь, их чувство любви, она у всех особая, я много раз говорил. Это отзывы Таты, хотя у Кришны множество преданных, но все же Кришна хочет обрести новых преданных, чтобы иметь какие-то отношения с ними. Вы не можете спросить, почему этот вопрос, он глуп. Это природа Кришны. У Кришны множество, бесчисленное количество преданных в этом мире, в трансцендентном мире, но все же это природа Кришны. Распространять Сарупананду, то преполняющее чувство радости Кришна хочет распространить среди всех. И Сарупананда — это чувство блаженства в его сердце, но преисполняет его, и он хочет поделиться им с другими. И этот Кришна хочет дать эту Сарупананду своим преданным, те, кто отвернулись от Гуру и Вайшнавов, они не могут принять эту Сарупананду. И даже сейчас, когда я говорю Харикатху, Кришна хочет раздать свою милость, но мы эту милость можем принять только через Гуру и Вайшнавов. Есть определенная процедура, прямо обусловленная душа, она не может обрести милость Бхагавана. И вот это преполняющая Сарупананда, такая бесконечная Сарупананда Кришна, она вдохновляет Кришну. Как если человек пьет вино, он пьян, будучи пьяным. This one example, dirty example. Такой пример скверный достаточно, но в Бхагаватам. В Бхагаватам такой пример приводится. Если кто-то много выпил, то не может двигаться как следует. И в Бхагаватам такой пример приводится. After drinking wine, somebody cannot discover the cloth is there or not. То есть пьяный человек, он даже не может. About devotees, they are absorbingly, thinking of Krishna. They cannot remember even the cloth gone, body cloth not there, thinking about Krishna. So unending Sarupananda. И вот бесконечная Сарупананда, она вдохновляет Кришну распространить эту Сарупананду всем остальным, и Кришна хочет являть какие-то лилы с ними, это природа Кришны, и поэтому... Почему? Нет такого вопроса, почему? И вот Удава, он исполняет указания Кришны как представителя Кришны. И Удав, он самый подходящий представитель Кришны. Он пошел, чтобы встретиться с Нандой, Яшодой, пастушками и всеми гопи, и может завоевать их сердце буквально, и может
То, что отец любит своего сына, это естественно, но качество, количество, степень этой любви, они недостижимы во всех мирах. Кришна, он хотел дать Удаве представление о такой любви, о таком чувстве, о том, какую огромную любовь отец и мать имеют к нему. И после всего этого, после того, как он решил эту проблему, Удав мог вернуться в Мадхуру. Он пошел как посланник, и вот после того, как он все решит, ему можно вернуться в Мадхуру. И когда Удава, он вернулся в Мадхуру, то что случится тогда, несомненно, Удав, он будет расскажет, что там происходило. Это естественно. Когда Удав вернулся во Враджадаму, то естественно все будут спрашивать, что, где, когда. И Удав, он должен будет рассказать чувства Нанды и Ешоды к Кришне. И ко всем, родственникам. Also can speak about the love affair he experienced, the love affairs of the covered boys. Also can speak about all enormous love affairs. И Удав бы рассказал все, что думают и чувствуют о нем все пастухи, гопи и прочие враджаваси. Но это та степень и чувство этой любви мало кто может понять, только Удав мог. И поэтому он был выбран Кришной, чтобы отправить его ко всем его родственникам и разузнать, что, они чувствуют. И вот Кришна думает, что он может, Удав может отправить свою враджу, что-то узнать там, вернуться назад и может поделиться своим опытом. Со всеми родственниками и всеми остальными. И вот таким образом Кришна the top secret love affair. Long ago I told you, preaching can be done negative way, positive way. Кришна таким образом проповедует чувство, огромную любовь и степень любви гопи к Кришне. Кришна хотел показать другим, что может вообще быть. Раджа Према — это не вопрос проповеди, но все же Кришна хотел что-то сделать, чтобы люди, или ядавы, и все остальные, у них было какое-то представление об этом. Раджа Према, гопи Према — это не вопрос проповеди, но все же это может быть как-то проповедуемо, поскольку Кришна хочет дать урок Удаве с помощью этих враджаваси. И Удав, когда вернется, он поделится своими чувствами, своими мыслями с другими. И вот Санмата значит одобрено, если вы хотите получить такое грамматическое значение слова «савата». Это санскритское слово. Это значит одобрено «савата», врешенам «савата». И в то же самое время он, этот Удав, он министр Кришны. И Кришна, когда принимал какое-то решение, он всегда советовался
он спрашивал совета у Удавы, хотя Бхагаван Шри Кришна, Верховный Господь, ему не нужно спрашивать никаких советов ни у кого. Но все же ему не нужно ничего спрашивать у нас, но он являл такую лилу, когда Бхагаван Шри Кришна, он принимал какое-то решение относительно политики или прочих вещей, он обсуждал это с Удавой. И поэтому его этот пост назывался мантри. Это слово мантри можно по-разному объяснить. Одно из значений мантры — тот, кто дает какие-то, или берет какие-то наставления, советы, как министр. Другое значение мантры — тот, кто имеет... знает какие-то мантры, которые помогают чем-то управлять. Удав имел такую силу, как какую-то магию буквально имел, если он мог прийти, он мог очаровать кого-то, загипнотизировать буквально. И также это одно из значений слова мантры. С помощью мантры может что-то сделать, чтобы достичь своей цели. Но Удав, его поведение, его тело, и он весь был подобен какой-то мантре. И после этого множество титулов у Удавы было. Дайта Сакха, значит, Кришна, у него была стопроцентная милость к Удаве. Дайта, значит, некто очень дорогой, и также Удав, он обрел стопроцентную милость Кришны. Она была подобна сердцу Кришны. Удав. Кришна увидел, что Удав, сердце Удава подобно сердцу Кришны, их чувства. И в то же самое время он был сакхой, таким закадычным другом Кришны. И какой друг? Есть различные виды друзей, есть такие с теми, кто учится в одном месте, работают, чем-то занимаются, по каким-то интересам. Какой друг был Кришна? В чем заключалась их дружба? Кто-то работает где-то в одном месте, такие коллеги. И здесь титул дается, нет, не такого вида друг, а такой закадычный друг, близкий друг. И дайта сакха также значит друг, от которого нет никаких секретов, его сердце открыто в этом материальном мире. Любые виды дружбы, которые мы можем развить, можно проверить, что, о чем я говорю в этом материальном мире. Любые виды дружбы, которые могут быть, я могу показать и доказать, что везде какая-то корысть есть. Может, какой-то у нас это сокурсник или соклубник или еще кто-то. Или друг детства, или еще кто-то. Я могу показать, что везде есть какая-то корысть. Или запах корысти наверняка есть. Я говорю о негативном, чтобы вы могли лучше понять позитивное. И вот в любых отношениях
в этом материальном мире можно найти, нельзя найти каких-то чистых отношений, где какая-то корысть присутствует, только чистые вайшнавы. Как я могу сказать, что Шрила Прабхупад, у него есть чистые отношения с Гуру Кишор Бабой, я могу на 100% заявить так, но эту гарантию я не могу распространить на всех. Я не могу сказать. Отношения Шрилы Прабхупады и Гуру Кишорады с Бабаджи Махараджа не трансцендентны, хотя мы никогда не видели, что Шрила Прабхупад готовит для Гуру Кишорады с Бабаджи Махараджа, и никогда не видели, чтобы он мыл посуду или стирал одежду его. Но что такое близкие? Подлинная близость. Гораздо важнее смотреть на Бхаву, на чувство, на сиддханту, на их мысли, на их учения. Совпадает ли это с Гурудевом или нет? Это главное. Я много раз говорил о определении Снигда Шиши, кто такой подлинный, разумный, по-настоящему преданный ученик, тот, чье сердце находится в полной гармонии с Гурудевом, кто даже на долю процента не отличается от Гурудева, то есть чьи мысли, чье поведение, чьи характер. То есть если можно наблюдать, что в сердце подлинного Снигда Шиши все учение, все чувство, все, весь идеализм Гурудева явился, и тот, кто следует этому полностью, тот есть Снигда Шиши. И таким образом Удава, он полностью он стал единым буквально с Кришной. И не было ни капли корысти в их отношениях. Но в этом материальном мире любые отношения даже между... Вот в Махабхарате переводится этот пример на Лайдамаянте. Они, эти отношения, несмотря на то, что они кажутся достаточно чистыми, но все равно там какая-то корысть. И в соответствии с материальным стандартом, это может выглядеть как-то очень хорошо, несравненно даже, неподражаемо. Настолько это прекрасно можно, может выглядеть их отношения, но все же там есть запах такой корысти. Если возможно, завтра приведу еще примеры более подробные. И таким образом Кришна, он был дорогим другом Судамы и таким другом, что Кришна никогда не скрывал ничего. Мы, может, что-то скрывать от кого-то, но Кришна от Судамы он ничего не скрывал. Я уже говорил об этом. Даже когда были... Даже Кришна, когда он исполнял желание Кубжи, он не мог других с собой взять, поскольку они превратно бы поняли его. Только Удав был рядом. И вот после... И этот случай с Кубжи очень такой запутанный, далеко не все могут понять. И Кришна исполнил желание Кубжи. Открыто он не мог пойти к ней просто так, один пошел с Судава, и он не мог только скрыть эту лилу от Удавы. Кришна взял только Удаву с собой. И вот он пошел в дом Кубжи, чтобы исполнить ее желание. Ануграхая бхутанам манусим танумаситам бхаджате тадриши кира джашутта таттпура бхаве. We have much more honor for Narayan.
У нас есть больше почтения, уважения к Нараяне. Если посмотреть на наше сердце, посмотреть, большинство из нас, если не все, имеют большее почтение, уважение к Нараяне или к Рамачандре. Но мало кто имеет такое отношение к Кришне, поскольку понять Кришну, это может занять жизни за жизнями, может тысячи рождений понадобится, чтобы понять Кришну. Не обижайтесь, но это не так просто. И когда мы поймем Кришну, то тогда мы можем начать бхаджан только. Если мы не понимаем, кто такой Кришна, кому совершать бхаджан, кто он, где он, как совершать бхаджан. Бхаджан значит совершать служение. Если мы не можем понять, кто Кришна, объект нашего служения и поклонения, то как служить ему? Еще Прабхупад говорит, те, кто поклоняются в храмах, пуджари, и те, кто поклоняются внутри храмов, Шрила Прабхупад спрашивает, какую пуджу вы сохраняете? И вот они говорят, вот Рада Гопинат там, и Гоу Гададхар, вот им служу. И что? А, и Шрила Прабхупад говорит, и что? Вы поклоняетесь Рада Гопинатху? Да, конечно. Нет, вы поклоняетесь Лакшми Нарайане. Хотя вроде на алтаре Рада Гопинат, но большинство не понимает, кто они. И поэтому они поклоняются им как Лакшми Нарайане. Их поклонение, оно не может достичь Кришны. Можно, конечно, пытаться как-то практиковать, тренироваться, но репетировать, но, как правило, такое поклонение не достигает Кришны. Какие качества нам нужны для Кришны Сева? Завтра я буду говорить об этом. Какие качества нужны, чтобы поклониться Кришне? Иначе наше поклонение Рада Говинде, Рада Гопинатхе, Рада Мадхамахану по факту будет поклонением Лакшми Нарайане, а не Рада Говинде. Поскольку ум и сердце таких людей, они не свободны от такого благоговения перед Кришной и такого чувства к Нему. Но несмотря на то, что вы слушаете достаточно давно, я не до конца уверен, что все могли понять о том, что я говорю, поскольку достичь того уровня это практически невозможно сейчас. Айшварья. У нас есть большее уважение и почет к Лакшми Нарайане, чем к Кришне. Вроде мы как восхищаемся Кришной, но если заглянуть на наше сердце, то многие больше уважают Ситураму, Лакшми Нарайану, а то, что Кришна занимается какой-то ерундой внешне, мало кто понимает, как, например, не понимают, чем занимается Гауди Матх. Вот наше общество хотя бы одежду раздает или там еду. А Гауди Матх чем занимается, непонятно. Вот многие люди возмущаются, чем это Гауди Матх занимается. Ни одежду не раздает, ни еду, ни людей не лечит. Но что делает Гауди Матх, это долгая история. Не каждый может. А, надо стать сначала человеком, чтобы понять, чем занимается Гауди Матх. На самом деле нужно развить свою человечность, чтобы понять, что делает Гауди Матха. Простой логикой это сложно понять. А так, это очень популярный вопрос, чем занимается Гауди Матха. Другие общества, понятно, вроде, с первого взгляда, чем занимаются, либо еду раздают, либо или еще что-то. И поэтому для большинства людей Нараяна более уважаемый, почитаем, чем Кришна, поскольку у Кришны много непонятных вещей в его поведении, в его лилах, в его философии и прочем.
И только тогда, когда мы пересечем этот материальный барьер, этот материальный ограничение, все, тогда мы поймем, кто такой Кришна. И вот Двайта Сакха, я уже рассказал об этом, дорогой друг. И Кришна, он не может скрыть, не скрывает ничего от Удавы. Кришна даже, он взял Удаву с собой, чтобы исполнить желание Кунджа. Настолько близок его друг. И нет никакой вероятности, что Удав превратно поймет Кришну, его какие-то лилы. Поскольку сердце Удава, оно находится в абсолютной гармонии с сердцем Кришны. И множество титулов у Удавы, это займет долгое время, чтобы все обсудить. Он ученик Брихаспати. Удав. Удавджи Махарадж, он ученик Брихаспати. Он прямой ученик. Удав Махарадж это direct disciple of Брихаспати. I mean, in front of Брихаспати, перед Брихаспати, Удавджи, он изучал Веды, Веданту, Панишады и все остальное. Directly from Брихаспати. От самого Брихаспати он обрел все учение, это не шутки. Даже Индра, он не мог воспринять все учение Брихаспати. Что-то он мог выучить, что-то нет. Брихаспати — он океан знания, океан образования. Даже Индра Махарадж не может сказать, что он ученик Брихаспати. Кто может принять это, океан этого знания? Но наш Удав в Бхагаватам Шукадев Госвами говорит, когда, и вот когда Шукадев Госвами говорит, можно сказать «да». Если кто-то говорит, мы не можем поверить иногда. Если кто-то говорит, мы не можем иногда поверить, и когда Шукадев Госвами говорит, мы должны верить его словам на 100%. Это одобрено и общепризнано. И то, что говорит Удав, то тоже одобрено. И вот здесь он называется учеником Брихаспати. И значит, действительно, он подлинный ученик Брихаспати. Он изучил от Брихаспати так много вещей. Но Кришна думает, Удав, он океан знания. Он узнал все от Брихаспати, но Удав, у него нет, он не знает, что такое Враджапрема, у него нет опыта этого чувства. Удавы нет такого представления о Враджапреме. Только этого не хватает ему. Он, здесь говорится, что он сам ученик самого Брихаспати. И с таким этими словами Шукадев Госвами хочет дать нам понять, что у Удавы нет недостатка, никакого знания внутри сердца Удавы. Но Кришна думает, что есть у него все же один недостаток, то, что Удав, он великий ученый, его знание бесконечно, но все же у Удавы он не знает ничего о что такое Враджапрема, что такое Паракьябава. Отец и мать, они так сильно любят меня. Удав об этом практически ничего не знает. У него нет такого практического опыта этой любви. Он не знает этого чувства, хотя он ученик самого Брихаспати. И таким образом
Шукадев Госвами провозглашает, хотя он океан знания, он узнал все от своего Гурудева Брихаспати, но у него есть такой недостаток. И поэтому Кришна, он очень умен. Он думает, что настолько знающий, но не имеет представления о Раджа-преме. Я должен организовать ситуацию таким образом, чтобы Удав он мог узнать об этом, поскольку без любви. И завтра я приведу пример из Чатур-шлоки. Бхагаватам, комментарии Бхактивинода Такура, без любви все, что мы делаем, любое образование, неважно, где мы его получаем, это не, оно не полное. Любое количество образования, оно не может быть полное без последнего учения, без такой любви. Хотя это не вопрос проповеди, но все же через Удава Кришна знает, что никто не может понять чувство гопиного. Хотя бы кто-то сможет понять, что такое Мадхураса, Ватсаляраса, Сакхараса. Все это доступно во Вриндаване и внутри Вриндавана. А посторонние люди не знают ничего об этом, если кто-то может. Во всем мире может несколько человек быть, которые это смогут понять, как Шридхар Госвами Махарадж. Шрила Прабхупад говорит, он лучший из гаудия проповедников. Шрила Прабхупад дал ему такой титул. Он полон знания, преданности, все качества пребывают в нем в полнейшей степени. В какой-то из них я могу рассказать о Шриле Шридхаре Госвами Махарадже однажды в Южной Индии. Там было какое-то собрание Майвади, и Шридхар Махарадж, его назначили председателем, и вот они спорили. И Шридхар Махарадж решал эти возникающие проблемы. И Шридхар Махарадж, он так говорил о такой заключительной сиддханту, даже доктор Рада Кришна. Может, кто-то слышал о нем. Он был побежден на этом собрании, хотя он был склонен к имперсонализму, пытался как-то защищать эту точку зрения. Шридхар Махарадж, и вот в общем, нас в этом собрании выбрали председателем Шридхар Махараджа. Шридхар Махарадж, он разгромил все аргументы этого Рада Кришнана. Он настолько прекрасно все объяснял. Хотя этот Рада Кришна был очень таким известным, знаменитым, великим в какой-то степени, он не смог ничего ответить. И потом в Бомбее, на каком-то большом собрании, там Шридхар Махарадж, он тоже был выбран председателем. И в итоге также решил все возникающие проблемы. В Ассаме тоже какие-то такие были проблемы, которые решил Шридхар Махарадж в Северной Индии, в Северном Бенгале. Там тоже какая-то большая проблема была. Какой-то брамачари что-то сказал. Сидда Сваруп, Сидданти Махарадж. И вот там уже драка началась практически, и Шридхар Махарадж, он был возвышенной личностью, он смог всю эту ситуацию взять под контроль. Была 7-дневная программа, народ возмущался, в первый день же возмущался, чтобы все закончили и убирались во свояси. И Шридхар Махарадж был в общем, разрулил эту ситуацию с населением. И Харикатха в течение 7 дней продолжалась.
about to start. So, Shishya Brihaspatihe, by this word, I am explaining from different angle. Shakshat. Another title, Uddhava Buddhi Shaktama. Uddhava is Buddhi Shaktama. Buddhi Shaktama. Buddhi Shaktama means about Sudama Vipra. Sudama Vipra, я уже сказал. About Sudama, I told. Is a positive, comparative, superlative. Follow. Positive, comparative, sat. Buddhiman. Есть Буддхиман, разумный, потом более высшей степени разумный, и третий лучше всех Буддхишоттамаха, такой среди всех разумных людей. Вот это Буддхишоттамаха значит наилучший из всех. Уддхава было чистое знание. Удав, у него было чистое знание. Поскольку все знание Удавы, оно было связано с Кришной. Почему оно было чисто? Чисто не значит, что он мог говорить о Ведах, Веданте и прочем. Нет, он Буддхишоттамаха. So, SLA is Buddhisattva, positive, comparative, superlative. Buddhisattva means is excellent quality. Это значит, что его великолепные качества. Excellent intellect. Его великолепный интеллект. This is called Shakshat Buddhisattva. So much quality. У него было множество качеств, и вот в этом Будхе. И этими словами Буддхисаттва. Шукадев Госвами хотел сказать, любые, и вот этот последний титул им Шукадев Госвами имел в виду, что любые ситуации могут быть, и Удав, он с помощью своего разума, интеллекта мог решить любую ситуацию. Например, Удав, он... хотел решить какую-то проблему, но... Вот, например, в случае с Враджавасью, не мог ничего... ничего научить их, хотя бы лучше образованно, наоборот. Враджаваси могли... пока дать ему урок о том, какая превосходная любовь к Кришне у них. И я в дальнейшем объясню, что значит этот титул, поскольку любую ситуацию Удав, благодаря своему великолепному разуму, он мог все это решить. Он мог понять, решить, что нужно делать, что не нужно. Поскольку, когда Кришна он отправил Удаву, когда ситуация выходила из-под контроля, некому было все это решить. У гопи была огромная любовь к Кришне, они готовы были умереть. А когда они встретились с Удавой, они могли бы расплакаться. И еще что-то произойти, и поэтому должен быть некто, кто должен все это иметь в виду, что, где, когда, и что делать, говорить и так далее. Удава такой читал. Бришинам санмато мантрихи кришнасо дайтахо шаха шишо брихаспатихи шакшат Удхаво буддхисаттамаха. Follow. Up to this point, I like to stop here. Time cannot permit. Avishriti Krishna Padara Vindeyor Khinati Abhadrani Chasangsanoti Shatasya Suddhim Paramatta Bhaktim Gyananca Virago Gyananca Vairagya Virago Yuktam Gyananca Vigyano Virago Yuktam. Excuse me, Vancha Kalpatrava Sikhe Pasindu Bhavacha Patitanam Pavana Bhavashna Vyonam.